Так, это Юпитер. Юпитер. Полосы на Юпитере видны прекрасно. 30 августа 2020 год. Харьков. 19:37 по Киеву. 125 ISO. Диафрагма 8. Для тех, кто спрашивает, на каких настройках. Спутников не вижу. Только что был дубль со стандартными настройками светочувствительности. Там видны были и спутники, но полосы были не так явно видны, экваториальные на Юпитере. А сейчас я их даже на малюсеньком этом... А даже в экранчик, в окуляр я вижу и спутники слева. Крайне левый Ио. И правее, совсем близко к Юпитеру, Европа. Ну, сейчас я попробую. Немножко с резкостью поиграться. О, да, в окуляр вижу справа спутник, он Ганимед. Так, сейчас будет резкость. Гулять. Ладно, ребят, тяжело, все дрожит. Шестьсот шестьдесят миллионов километров до нашего красавца Юпитера. Дадим ему возможность самому в кадр вползти. Что-то сильно не забрал, да? Сейчас еще на Луну посмотрим. Да, ну так себе, абсолютно идеальной четкости нету, конечно. Ну, полосы вижу четко в окуляр. Мне интересно, спутники будут видны на экране слева. Сатурна еще не видно, слишком светло. Виден Юпитер и хорошо видна Луна. Сейчас на Луну наведусь. Так, поехали. Предыдущий дубль был снят раньше, но... Сейчас не настолько темно, это не объективная передача. Светопередача. Потому что самый-самый мизер светочувствительности. Дабы уменьшить контрастность. Где там наш платончик? Так, наводить резкость, наверное, лучше всего по линии терминатора. Вот он, кратер Платон. Да, еще гуляет воздух, конечно. Вроде не так высоко, то есть не так низко Луна уже над горизонтом, но тем не менее явно видно, как плывет земная атмосфера, искажая изображение. Да. Ладно, с каждой минутой
Луна будет вскарабкиваться все выше, и Юпитер будет вскарабкиваться все выше, появится скоро Сатурн, и будет чище и четче нам видно наших красавцев. Так, это, по-моему, четвертый дубль. Следующий сниму на других уже настройках. 19.42 по Киеву, Харькове. 30 августа 2020 года.